Привет, привет, дорогие мои, привет, привет. Так, ну что, у нас кабачковая икра, ребрышки, блин, вкусно, яйца и редиска. Вот знаете, кабачковая икра настолько мерзкая горячая, насколько же вкусная холодная. Свиные ребрышки, кажется. Вот, блядь, это не ребрышка, это вырезка. Я сварила, увидела, ну вот такие они. Слушайте, хотела вас спросить. У девочек. Как вы относитесь? Ну, смотрите, есть сейчас группа очень знаменитая. BTS. Корейская группа мальчишки. Боже, какие они милые, какие они красивые. Причем я смотрела про них программу. То есть это не просто мальчики, набранные по красоте. Это мальчишки, которые выигрывали в конкурсах певцов, танцоров, еще с детства. Которые музыку сами писали. Ну, то есть талантливые мальчики. Это где-то в 2013-м организовалась группа. И вот они их выбрали. Это шикарная группа, шикарные костюмы, шикарные сцены там и все остальное. Капец, живут чуть ли не в одной комнате. Жили. Ну, сейчас понятно уже. Запреты, пиздец, у них там. Никаких фанатов, никаких девушек. А они тоже повзрослели. 6,5, 7 лет прошло. Они 8 лет. Самым старшим пацанам по 27, самым младшим 22, 24, самым красивым по 24, самому маленькому 23. Ну, то есть это взрослые мальчики, которым нужны девочки, там, или мальчики, не знаю. А за ними контроль — это пиздец. Это... Я понимаю, что это корейцы, конечно, у них такое... Жесткие товарищи. И им не дают превращаться в мужчин. Один рассказывает мальчик, что ему сказали больше не качаться, потому что тело становится мужским, а надо, чтобы оно было юношеским. Вот я смотрю, вроде мальчики красивые такие, да, взрослые. Подкачанные, кубики у них, все. Но это дети. Это детское тело. Такие, знаете, как кукольные. Странно. Я смотрю на них.
Их оппозиционируют как подростков, как детей, хотя это взрослые мужчины по 30 лет. Они на сцене прямо такие иногда, прям мужики, взгляд такой, да, когда они танцуют, поют, еще что-то. А потом показывают, как они спят с мишками, блядь. Ну, как будто, как дети. Или пока я сегодня смотрела программу, как показывали, типа, до слез, какие они вне сцены. И показывают, им такие концерты ставят. А так как нагрузка огромная, танцевальная, просто пиздец какая нагрузка. Поют они там, все дела. И когда они выходят со сцены, их ждут врачи. Кому-то делают массаж сердца, кому-то дают дополнительный кислород. Блять, как рабство какое-то. И вот я не знаю, почему. Почему считается красивым вот такое не сформировавшееся тело? Может, это типа, ну, для подростков, чтобы подольше побыть подростком, не знаю. Это как скриптонит. Мне очень нравится скриптонит. Казахский рэпер. Ну, не знаю, я бы рэпером не назвала бы его. Мне кажется, это другая музыка. Но все равно. Он умный, он красивый. Кстати, вот эти пацаны, они тоже все отличники. Некоторые знают по 3-4 языка. Французский, английский, корейский. IQ очень высокое у них. Я даже недавно мужу говорила, уж давным-давно прошло время, когда можно сказать, вот интересно, как лучше? Красивая, но тупая? Или умная, но не очень красивая? Ребят, сейчас такие времена. Сейчас можно, я не знаю, там, зайти в МГИМО какое-нибудь, да, там, или МГУ, вот, на какой-нибудь факультет, где люди уже диссертации пишут и научные работы, блядь. Таких красавцев найти, пиздец, блядь. Сейчас такое время, сейчас очень, ну, то есть, это уже не то время, если красивая, то тупая, не. И вот мальчишки умные, скриптонита возьмите. Понятно, что был бандюгой, плохо учился. Под конец. Ну, из-за того, что, ну, там, пропускал. Ну, явно очень умный человек. Умный, жесткий, требовательный по отношению к себе и другим. Я его очень люблю, очень мне нравятся его клипы. Очень нравятся музыкальные переходы в его музыке. Блять, ну нравится он мне. Только не надо мне говорить, что он про шлюх поет, про наркотики. Ну, это тоже какая-то часть жизни. Это правда и это существует. Но я не могу видеть его на сцене. Вот так я на него смотрю и думаю, какой мужик красивый. Вот у него такой стержень. Я даже ни разу не слышала, чтобы кто-то его о нем отозвался как о уроде каком-нибудь, как чмошнике, о твари, там еще, из зависти, из злости. Я ни разу не слышала. Он не участвует ни в каких сплетнях. И вот человек говорит, и у него прямо стержень мужской, понимаете? Мне кажется, он был бы маленький, дохлый, какой-нибудь метровый карлик, и он притягивал бы людей. Это вот внутренняя сила человека. Но на сцене я его видеть не могу. По мне, у него очень некрасивое тело. Очень худое. Блять, ну не должен так мужчина выглядеть.
Я не понимаю с этим БТС. Переводится как-то пули непробиваемые парни, что ли? Я не понимаю, когда показывают, как они в обморок, уходя со сцены, для чего они это показывают? Показать, что эти пацаны, так они половина своего времени в этой группе жили всей толпой в одной комнате. И на всех, блядь, на всех один туалет имели. Я не понимаю, для чего это показывать. Как они страдают? Почему они страдают? Какие-то, также вот возьмите Скриптонит, Моргенштерн, все какие-то дохлые, все какие-то... Нет, мужчина может быть худеньким, стройным, да, правильная форма тела, а они прямо как дети, блядь, какие-то дистрофанские. Ну, BTS, наверное, правильно произносится. Мне так нравится смотреть, как они поют, как они двигаются на сцене. Вот за 6,5 лет они только в 2019 году один раз в месяц отдыхали. Это все ради чего? Ради того, чтобы покрыть какие-то потери, связанные с группой. Но это же перебор. В любом случае кто-то когда-то сорвется. Там мальчик есть Чен Хун, что ли, как-то так. Очень красивый мальчик. И вот он не выдержал, он уходил. Все так переживали. Он потом, правда, вернулся. Срывы могут быть у любых. Вы вспомните Нана, Барри Арибасов, как своими управлял. Жениться нельзя. А секса со своей, с подтанцовками там и с группой там этого нельзя. Жили все в одной квартире. То же самое, там было запретов пиздец сколько. И в любом случае они все втихаря женились. Только Корея это другая вещь, как бы. Это тебе не Россия, там все гораздо жестче, на мой взгляд. И мальчишки тоже взрослые, 27 лет. Это же уже не дети. Вот считается сейчас одна из самых популярных групп в мире. Но чем мне нравятся еще, знаете, они... Очень приятно осознавать, что одна из самых популярных групп в мире несет в массы уважение к пожилым людям, уважение к родителям, отсутствие нецензурной брани, какой-то вульгарщины, знаете, там, ну, может быть, пару раз они там на концерте майку задрали, то за это получили хорошо. Знаете, как-то это здорово, когда самая популярная какая-то молодежная группа несет как минимум уважение к старшим. Что эти мальчики могут свободно поклониться, преклонить голову перед пожилым человеком, да? То есть, ну, может, это будет влиять как-то на это поколение. А не так, как сейчас происходит, блядь. Люди матерей пиздят. Бьют в прямом эфире, обсирают своих матерей, матери детей обсирают прямо в Ютубе, это капец, что творится на свете. У меня у мамусика день рождения скоро, у свекрови день рождения скоро. Сынок сегодня подарки купил, бабушке свекрови отложил.
маме в Ялту отправил. И говорит, мама, нифига себе, какой у тебя август, дорогой. А у меня у свекрови день рождения, у мамы день рождения. У мамы 22-го, у свекрови 24 августа. И у снохи 5 августа, у жены сына. Я говорю, сыночек, было бы кому дарить. Вот когда их не станет, вот тогда будет обидно, что некому выслать, некого порадовать. Чего я перешла, блядь, на это, я не знаю. Все, я наелась. Пока-пока. Приятного аппетита, дорогие мои. Пошла я спать. Папа мне ежевики набрал. Надо уметь находить такого папу. Спит.